Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. 26 квітня, 33-я річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Доля ліквідаторів, чим живуть ці люди, як допомагає чи не допомагає їм держава, говоримо про це. Сьогодні радий вітати в нашій студії Сергій Санч Піп, депутат облради, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Олександрович, з чого розпочався сьогодні ваш день? Я так розумію, була стандартна церемонія, покладання квітів, зустріч з людьми, з якими ви хлебнули цього лиха наприкінці 80-х, початку 90-х. Розкажіть, будь ласка. Так, доброго вечора, шановні телеглядачі. О чому я хочу почати свій розговор? Так, дійсно, сьогодні зустрічався з людьми, які участвували в ліквідації. Було немного, було 3 чоловіка. Знаете, опять же вспоминали, как мы пришли туда, что мы начинали делать, как. Все так, вы знаете, как-то все тихо проходило. Все понимали, что ну, есть авария, есть большая проблема в стране, и надо максимум сделать все быстро, чтобы не пострадало то население, которое еще, как бы, до которых не дошла эта волна, волна этой проблемы. Ну, начали работать, получили правительственную радиограмму, донную ловушку. Земснаряд делал эту, как бы мы там работали, делали эту донную ловушку. Отработали, все нормально. С задачей, поставленной перед нами правительством, мы справились. И потом, после того, как мы ушли, начались наши будни. Ну, будни такие, начались проблемы. Естественно, со здоровьем. Одного, второго, третьего. Ну, как бы первое время государство уделяло нам внимание, были льготы, пользовались, лечились. Все было вроде бы так нормально, более-менее было на что опереться. Ну вот после 2013 года почему-то льготы убрали. Начались проблемы. И начался рост цен. Начали выделять меньше средств. Если в 2013 году, допустим, выделили 2 миллиарда 600 тысяч, то в 2019 году уже цифра это 1 миллиард 980 тысяч. Как бы дальше тот бюджет, который давался нам из государства, 49,5 миллиона гривен, на лечение, обследование, ну, для онкобольных, знаете, его перевели на местный бюджет. А местные бюджеты не в силах потянуть ну, такую сумму. Естественно, начали очень мало внимания уделять чернобыльцам. Ну, начали мы стучаться в каждые двери, где кто мог, стучались, и вот в конце 2018 года, в декабре, не в июле месяце, Конституционный суд оправдал и вынес решение, чтобы нам платили все-таки оплатили нам лечение и это вот. Необхідні соціальні виплати, ми називаємо так, необхідні соціальні виплати для підтримки здоров'я. Да, для підтримки здоров'я, согласен. И вы понимаете, власть не спешит. Не спешит, мы пока что ничего не получаем, нету никаких средств для того, чтобы лечь в больницу, обследоваться, для больных там, чтобы было в полной мере было это вот выделено на медикаменты денег, пока что этого нету. Ну, в ожидании, мы в ожидании, конечно, если взять сравнение 2013 год и 2019 год, где-то на 72% нам снизили финансирование. Это если, ну, учитываем инфляцию и учитываем прожиточный минимум, что в 2,5%, что продукты подорожали. Как раз мы выходим на 72%, вы понимаете, но мы же не готовы были к этому. При том, что болезнь, она с каждым годом прогрессирует. И кто был там, все же прекрасно, ну, разные дозы до облучения получили. Лучевая же болезнь достала всех. Получили разные дозы, и поэтому сегодня все как бы нуждаются в лечении. Все нуждаются, кто-то материальной поддержки. Но есть люди, которые нуждаются и в моральной поддержке. Даже сегодня это забыли. Вы понимаете? Ну, как бы они ждут этого дня, и с ними как-то так запросто обходятся. И уходят они ни с чем, эти люди. Просто их жалко порой.
Кстати, пригадаємо той період, коли ви поїхали, скільки часу ви провели в зоні відчуження, як вона зараз називається? Я прибув туди 10 августа, оттуда уїхав 5 октября. 55 суток я провел в зоне. Это 86-й год? Так, 86-й год, вот я провел 55 суток в этой зоне. Ну, видели все и всякое. Просто, знаете, такие люди у нас порядочные, совестные. Обидно было, знаете, то, что продержали людей в Припяти. Почему не было эвакуации сразу же в тот же день? Нас на то время же как бы... Ну, организация была хорошая. Если они через трое суток, за 3,5 часа вывезли всех людей оттуда. Полная эвакуация была за 3,5 часа. Зачем мы ждали 3 дня? Ведь станция где-то в пределах 3-4 километров находится от Припяти. Зачем? И мы все знаем, что радиационный фон был, если с утра 600 раз, то на вечер уже 15 тысяч раз превышал радиационный фон. Почему мы держали там детей-то, женщин? Я уже не один раз говорил, что мужики же все остались на ликвидации. Вывезите детей, сделайте это красиво. Понимаете? Нет, они еще умудрились 1 мая провести демонстрацию. Давайте же посмотрим на те страны, где была такая же авария. Давайте на Японию посмотрим. У них только случилось, они звонили во все колокола. Они обращались даже в Украину, чтобы мы им помогли. Почему? Потому что мы уже сталкивались с такой проблемой. У нас есть специалисты. Вы понимаете? Вот что обидно. А почему мы это все затаили где-то в тишине, и потом результат, вот это все болячки, это все. А это же какой-то процент, я думаю, что не маленький процент. Мы могли уберечь людей. Увы, мы почему-то этого не сделали. 10-го, это был уже 8 месяц лета, 1986 рік. А можно было не поехать, Сергей Александрович? Можно было у вас... Как все было? Как поиска в армию? Такой, такой интересный вопрос вы задали. Можно было не ходить? Можно было не поехать? Можно было, да. Очереди не было туда, поверьте мне, очереди не было. Пришли, сказали, что идет судно. Ну как я не пойду? Сегодня моей дочери 19 лет, и я бы сказал бы сегодня дочь, ну я не пошел по каким-то причинам. Как? Сегодня мы смотрим, вот патриоты, патриоты говорят, вот тогда воспитывали патриотов. Мы не могли сказать нет. Это проблема всего нашего государства была. И кто, как не мы, молодые? А ведь нас набирали туда от 20 до 40 лет. Ну, молодая людина тоді была. 24 года было мне. Уже вчерашний студент. Да, людина так, 24 але... года было, так еще и офицер запаса. Как я не пойду? Да даже не обсуждалось. Все. Мы были патриотами своего государства. Мы знали, что государство нас в обиде не оставит. Увы, немножко ошиблись. Чи всі розуміли ризики, з якими зіштовхнувся на протягом життя? Я так розумію, що інформації обмиль було, чим це, на жаль, обернутися? Інформації не було. Ви розумієте, по одній простій причині. Раніше ж ви розумієте, які служби і як працювали во время Союзу, Совєтського Союзу. І тому тоді максимум все було закрито. Если бы, как бы, если бы службы эти дали бы, как бы, языкам разговориться, я думаю, многие бы туда не пошли. А так основная масса как бы молодых людей, вот патриоты, они шли, они знали куда. Но была такая часть, которая не пошли. Они знали, что это, оно не болит, не печет, но потом оно найдет вас. Поэтому большая масса. Я не могу сказать, что да, много людей пошло, которые не смотрели на это все. Все понимают, что государство, особенно военные, пожарники. Была дана команда, и они все пошли. Они под козырек, они военные, они пошли. Они сделали тот максимум, который смогли. И да, мы видели, первые, кто ушел, как говорится, из этой жизни, ушли пожарники. Они сделали тот максимум, и первыми они кинулись на вот этот очаг. Три людини, з якими ви зустрілися, це якось дуже мало. У нас тільки воїнів Великої Вітчизняної війни приходить на святкові заходи. Люди йдуть в життя, не можуть, не дотягують, на жаль. Много людей вже ушло. Ми сьогодні обсуждали цей вопрос з колегами. От Алиев Юнус, Алиева Фаина, это муж і жена були там, Голіков Юра був. От ми зустрілися і обсуждали. Вот сегодня, вот того нету, ну,
Больше как чем пообсуждать, мы ничего не можем. Почему? Потому что в свое время государство им не помогло. Это ну, такие люди тихие, спокойные. Они не любят два раза открывать дверь. Они один раз открыли дверь, чиновник им отказал, они развернулись и ушли. И больше не приходили. Вот понимаете, вот такая категория людей, такое воспитание было на то время. Я так розумію, що багато героїв, хто там був і досі живий, і велике дякую за ті події, в яких вони прийняли участь, вони потребують лікування якісного. На жаль, наша країна не може дати це лікування. Лікуватися також потрібно десь в Європі, в таких престижних кваліфікованих клініках. Держава не забезпечує, наскільки я розумію, такі необхідні виїжджі медичні. Треба виділяти, да, много средств на это вот, на лечение этих людей. У нас нету той аппаратуры, нету тех медикаментов. Но сегодня программа «Социальный захист» практически не работает. Вы же видите, что нету выделения средств. Если даже что-то заложили в бюджет 2019 года, но они не выполняют, они не выплачивают эти деньги. Я не знаю, когда они выплатят, и поэтому мы очень часто обращаемся к руководителям государства, к чиновникам. Пожалуйста, посодействуйте, сделайте что-нибудь. Сегодня людям интересна жизнь, завтра не будет уже интересно. Сегодня есть момент, когда человека еще можно спасти, можно вылечить. Увы, мы не можем достучаться. Одна з таких проблем, не знаю, як вона актуальна для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ось якщо ми говоримо про військових, є така категорія, на жаль, неприємно про це говорити, ряжені військові, які теж йдуть строєм і кажуть, що ось вони захищали, воювали. Ну, так було раніше. Чи зіштовхувалися ви в житті своєму з людьми, які не мали ніякого відношення до ліквідації, не були в зоні відчуження, а також ось претендують на якісь пільги, на якісь пенсії? Ну, дело в том, что не будем далеко ходить, когда наш этот земснаряд туда пришел, с нами были люди, которые провели судно, и они вот сегодня вечером пришли с нами, утром уехали, и они одни из первых получили удостоверение чернобыльцев. Я еще не знал, что это такое, когда у них уже было все на руках. И это не один человек. Это было такое, и мы знаем фамилии в нашем управлении, кто был. Все, они приехали, пригнали караван этот. И все, они утречком уехали туда, мы остались. И остались, и работали. Вот 55 суток я был в этой зоне и делали эту донную ловушку, чтобы эти тяжелые металлы по Днепру не спускались вниз, чтобы не пили воду. Вы же понимаете, сколько городов пьют воду оттуда. Мы делали эту донную ловушку, чтобы все эти тяжелые металлы оседали там. И ну, вся эта пыль. Це ж були люди не спеціалісти. Потрібно було вчитися сьогодні і зараз, не завтра, не післязавтра. Як це відбувалося? Ви розумієте, як відбувалося? От ми дивимося фільми порой. Ми дивилися, як лопатами скидували з чердака, ну, з криші цього реактора. Видели? За счет человеческих жизней все. Ми ведь прекрасно розуміємо. Не вважалися, тому що треба було зробити роботу. І все, треба, ну, надо было это пламя загасить. Никто не считал этих людей, вы же прекрасно видели. За счет людей все. Вы понимаете, пока не делали даже те машины, вот кразы, которые делались на заводе. 60 тонн весила машина, это олово, я не помню, из Казахстана или откуда, делали эти кабины. 60 тонн машин. Только подумайте. И все, они участвовали там в работе, вот эту шахту они же закидывали, это все завозили туда и скидывали. Це потрібно робити, так, цю домовушку. Ніхто не знає, хто перший йде, показує, а потім за декілька років життя закінчується. Людина, хто в перших рядах. А що робити? А що робити? Ну, скільки? Ми ж бачили. Це ж не секрет. Тобто, є статистика. 911 тисяч чоловік умерло на сьогодні. До мільйона. 911 тисяч по Україні. А ми ж не знаємо статистику, що робиться в інших країнах. Ну, в той же России, в той же Беларуси, у соседей наших что делается. Мы же не знаем. По статистике нам никто не говорит. Мы говорим сегодня, что делается у нас в Украине. Понимаете? Ну, можно было, я говорю, можно. Если бы вовремя сказали, мы понимаем, но мы никуда бы не ушли. Это наша страна. Мы все равно бы сделали ту работу, которую надо. Ну, только бы жалко детей этих, которые, знаете, гуляли, играли в песочницах в этих. Оказывается, они играли все. Після цього ми бачили, які проблеми батьки мали з цими дітьми. Чи зробило за ці 33 роки суспільство висновки з цієї катастрофи техногенної насамперед? Ми бачимо, як реагує, якими темпами розвиваються країни заможні, європейські, та ж Японія.
Чи наша країна зробила висновки, як ви вважаєте? Ви знаєте, перше время, наверное, були какие-то висновки. Знаєте, що понравилось? Що в проєкті, коли делали саркофаг, все-таки віддали кому-то робити. Віддали спеціалістам. Да, він обійшовся $1.5 мільярда, цей проєкт. І там щось матеріалів на то ли 36, то ли 38 тисяч тонн. Ось цей саркофаг, ось цей, що поставили. В 16-м году вот они поставили новый саркофаг, там такое серьезное укрытие сделали. Я думаю, что какой-то урок сделали, но мне непонятно, зачем ставить там это сухое хранилище для отхода, для атомных отходов, для отхода этих станций, атомных станций. Зачем его ставить? Нам что, мало этого всего, что случилось? Вы же посмотрите, мертвая зона. Да, ездят сегодня на экскурсии, но оно же небезопасно. Мы же прекрасно понимаем, оно небезопасно. То есть, если там у вас не возникает там желание побачить, там, подивиться, если там какая-то молодь, ваша родня, а может там на экскурсию, вы категорично там против? Это не место для экскурсии, это место трагедии на самом деле. Вы знаете, я вам скажу, я... В 98-м году проезжал через зону, через Детятков. Я проезжал через эту зону. Я был в Мозере, на нефтеперерабатывающем заводе. И тут не пропускали нас туда. Я говорю, знаете, я уже здесь был. Меня пропустили. Я приехал с ребятами через эту всю зону. Я видел эту гостиницу в Полесье. Когда мы проезжали, вот сколько мы ехали, мы просто молчали. Просто молчали, смотрели, молчали. Там... Не хочется говорить. Я его видел, как бы, я видел, когда это было в 1986 году, а затем увидел в 1998 уже, вы знаете, то, что все позарастало. Я был там. И то бишь, сегодня не боюсь туда поехать, но это же опять начнутся те воспоминания. Они не легкие, они тяжелые, потому что я много что там увидел, вы понимаете. Было приятно, что я увидел тех людей, достойных людей, тех ликвидаторов, которые не задавали никому вопросов. Они делали свою работу, они все понимали, говорят, лучше мы, чем там, другие. Вот понравилось и тихо, мирно, без всяких этих. До речі, те, що відбулося на Київщині в 86-му році, відобразилось на житті також Одеського регіону. Ми пам'ятаємо, як будувалося ціле містечко під Одесою, яке називалось там Теплодар, розраховувалось на 50 тисяч мешканців, будувалась там атомна електрична станція. Останні кілька там десятиріч – це таке мертве місто. Я по роботі їжджу туди дуже часто. І я бачу, як воно не розвивається, тому що зовсім інші були плани. Ну, ми бачимо на прикладі Чорнобиля, що замість такого розвинутого міста, замість там, промисловості якоїсь, маєш така мертва зона промислова. Ну, я согласен з вами. Вони перестали строїти. Ну, причину ми знаємо. Чому? Тому що от те, що случилось в Чорнобилі. Ну, є якийсь технологічний процес. От працює станція. Ну, десь не досмотрели, десь не догляділи. Халатність. І от що ми маємо. У нас, мабуть, немає повного технологічного процесу. Чому? Тому що ми запустили, а на випадку аварії ми не знаємо, що робити. Ви розумієте? Це ж не вихід от сьогодні, що ми стільки життя положили. Так не повинно бути. Вы понимаете, какой-то процент, я понимаю, какой-то процент должен быть, но не столько же людей. Поэтому, значит, этот технологический процесс недоработан. Недоработан сам реактор. Недоработан. Это мое мнение, я не знаю, но специалисты могут больше сказать. Но я думаю, недоработан. Коль мы допустили такую ошибку и случилась у нас такая катастрофа, значит, где-то что-то недоработано. Так, и потом не стали будувати аналогичный объект уже в Теплодаре, значит, была такая помилка, яка не вирішується не за рік, не за два и не за 10. Но они остановили работу всех станций, где были такие реакторы. И в Энергодаре, и в Нетішині. Два года, да, два года они не работали, они разбирались. Понимаете? Они их не зря остановили. Значит, была какая-то... Они нашли недоработку. Да, они молчали. Мы же долго молчали. Мы только в 90-м году, когда уже союзники там к нам, Европа приехала, начала разбираться, только потом мы вскрыли все наши ошибки. Да это же мы молчали. Мы не говорили никому. Мы тихонько молчали. Мы понимали, что мы сделали, но мы молчали. Когда приехала комиссия ЮНЕСКО, они все нашли. И показали нам. И нам пришлось
выложить это все перед людьми. Останнє питання, Сергій Олександрович, Одеська область найбільше за обсягами. Живуть ліквідатори від півдня до півночі. Не питаю про їх кількість. Ви, як депутат обласної ради, що можете зробити для цих людей? Не один, звісно, а як колегіальний орган? Ну, ви знаєте, що ми хочемо і чого ми добиваємося? Ми все-таки хочемо повернути какое-то отделение, наверное, будем просить в больнице Водников, просить какое-то отделение, чтобы выделили под Чернобыльцев. Хотя бы 30-40 человек, чтобы постоянно как бы у нас шел полный цикл проверки, диспансеризации их, пролечить и хотя бы раз вот, чтобы мог человек лечь и пролечиться. Потому что сегодня у них нет средств. А с бюджета должны выделяться хоть минимальные какие-то средства, и мы будем просить областной совет, и чтобы включить программу, чтобы больница Водников, хотя бы выделила нам одно отделение под Чернобыльцев, чтобы могли и пролечить людей, и как бы преждевременно предотвратить то, что как бы у них уже накопилось. Будемо стежити за вирішенням цього питання, обов'язково, не тільки раз на рік. Я дякую вам, Сергій Олександрович, і за те, що ви зробили, і взагалі за відверту розмову. Бажаю здоров'я вам і всім вашим колегам. Дякую вам. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», бережіть себе. З вами був Віталій Хемій.